Сегодня тысячи верующих отмечают крещение Господне традиционными купаниями в прорубях. В этом году на территории области оборудовано 11 купелей, по одном в Усольском микрорайоне и в селе Павлодарское. О том, как проходит обряд купания в Иордане, смотрите в нашем следующем сюжете. Крещение – один из древнейших христианских праздников. Он посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В народе этот день более всего известен благодаря тому, что после литургии происходит чин великого освящения воды, который в Усольском микрорайоне троекратным погружением креста и благословением совершил протоиерей Сергий. В этот день множество горожан окунулись в освященную купель. Среди них отважный оператор нашего телеканала Алексей Михедов, который решил окунуться впервые в такой большой праздник. Церковь не призывает и не побуждает погрузиться в крещенскую воду. Погружение в купель может быть только добровольным и должно происходить только там, где соблюдаются все меры предосторожности. Для удобства горожан прибрежную зону расчистили от снега и развернули на ней палатки, где люди могли переодеться и немного согреться. Уже 15-й год принимаю обряд крещения. Всегда он проходит очень дружно. Не влияет мороз на то, что ты окунаешься в воду. Ощущение добра, тепла, какой-то радости, легкости. Вот сейчас стою и прекрасно, даже не чувствую, что на улице зима. Наталья Базилевич купается уже третий год. По ее словам, после купания ощущает легкость и испытывает большое удовлетворение. Обалденно, шикарно. Верующие подтверждают, что вода, набранная в этот день, обладает целительной силой, помогает укрепить здоровье, прогнать хворь. Также ею можно умываться. Главное делать это с верой в сердце. Валентина Диденко, Алексей Михедов, ЕРТС Акпарат.